Туда, где годы спустя вырастают шахты, заводы, города, первыми приходят они, геодезисты. Без разведки местности, недр, без точных карт и планов невозможно ни одно масштабное строительство. У нас такие мурашки идут, гордость за наше российское государство, за наших профессионалов, которые действительно многие отдали свое здоровье, свою жизнь. И, конечно, как хочется им отдать дань благодарности, огромной благодарности. Памятник – собирательный образ геодезиста 50-х-60-х годов. В том времени эти люди были на своем месте как никогда. Неисправимые романтики, работавшие самоотверженно и бескорыстно. Они создали задел на будущее, который будет востребован еще не одним поколением. Специалисты у нас аттестованные, кадастровые инженеры, непосредственно межеванием земельных участков на территории Иркутского района. И почему я говорю об этом, потому что мы используем материалы тех лет, труды тех годов, которые создавались, те карты. И проводим много сейчас новое направление наше, судебные экспертизы, тоже большое направление, нужное направление. И не обходится оно именно без тех данных, которые мы используем теми специалистами, которые это выполняли, работы эти, и их труды, их материалы, их карты. Геодезистов двое, сам изыскатель и его помощник. Монумент был изготовлен в литейной мастерской в Подмосковье. Его стоимость 5 миллионов рублей. Средства выделили геодезические предприятия Приангарья. Татьяна Веретина, Туяна Немаева, Константин Синицын. Новости сейчас.